Вот, я очень быстренько прочту вам одно стихотворение, которое было написано специально к сегодняшнему вечеру в памяти отца Александра Меня. Называется «Отче Александре». Предварю это такими словами, об актрисе идет речь, но многие знают, наверное, что речь идет о Марине Ниёловой. Это она так сказала про батюшку. «Почему он такой красивый?» — так спросила актриса, известная про отца. «Выделять курсивом мы должны его имя, словесное подарить ему подношение, что возводит в святости ранг. Заслужил ведь он уважение. Доброта его — бумеранг. Прямо в рай, на седьмое небо, пусть вернется к нему старицей. Он столичной шишкой не был, но симхоз стал духовной столицей. Город Пушкина, Сретенский храм, притянул к себе сотни заблудших. Вес гордыни не рос ни на грамм, хоть он явно был лучшим из лучших. Деревенский священник простой, так он сам себя называл. Но что свят он, не звук пустой, мощь такая, девятый вал. И такая энергия, сила, что и нынче дает исцеление той душе, что спасение просила для потерянного поколения утомленных интеллигентов. Эта паства нет тяжелей, что среди ГБшных агентов становилось все суше и злей, и все меньше и меньше, веря и с цинизмом на церковь смотря, похвалялось числом зверя. Для нее он трудился не зря. И не зря свою кровь пролил за неблагодарных, убогих, что играют чужие роли в пьесе жизни и метят в боги. Вы нас, отче, простите, виновных, ваша кровь святая на нас. В сердце радость от чувств сыновних, нас Господь через меня спас.